День студента традиционно 25 января отметили учебные заведения Магадана. По этому случаю в Северо-Восточном государственном университете прошел ректорский бал. Посетить его выпала возможность лучшим студентам вуза. На торжестве ребята показали свои творческие номера. Поздравил учащихся единственного вуза Колымы и губернатор Магаданской области Сергей Носов. У нас единственный главный опорный вуз, это опорный региона вуз. Это наше СВГУ. Я поздравляю вас всех здесь присутствующих и преподавателей. Не меньше вас, я думаю, с не меньшим удовольствием отмечают этот праздник, веселый праздник, День студента. Вы знаете, может быть, именно с этого праздника и начинается та ситуация, когда виден свет в конце тоннеля. Я имею в виду в пандемии, от которой всем уже надоело, но к которой нужно серьезно очень относиться. Поэтому еще раз, с праздником, здоровья, год такой, значит, это, кстати, никогда не помешает, веселья, удачи, хорошего настроения, ну и понятно, что стипендия никогда не помешает, поэтому хорошо сдавайте сессию. Лучших студентов СВГУ губернатор Магаданской области наградил благодарственными письмами и памятными призами. Двух студентов наградили за достижения в спортивной деятельности и двух за научный труд. За активную общественную работу наградили Татьяну Гуменник, студентку филологического факультета. За успехи в учебе отметили двух студентов Института социальных технологий. Сотрудники СВГУ отметили, что ведущий вуз Колымы готовит высоко квалифицированных специалистов. Я мог бы много и много перечислять тех достижений, благодаря которым наш университет звучит, а вы становитесь социально успешными, эффективными людьми, настоящими профессионалами своего дела. Вас ждут предприятия, вас ждут учреждения нашего города, правительство Магаданской области, где половина наших выпускников работает, включая заместителя губернатора Савченко Татьяны Александровны, который не только выпускник нашего университета, но наш коллега, преподаватель, декан в свое время. Вот, и мне очень приятно ее поздравить отдельно с днем Татьяны. На празднике ректор СВГУ отметил и две студенческие семьи. Роман Корсун вручил молодым парам небольшие презенты. К сожалению, вот таких полных, чисто студенческих семей у нас очень мало. Их всего две. Лучше бы было 22. Поэтому я искренне желаю, чтобы на следующий наш праздник здесь полная сцена была студенческих семей. А вам, мои хорошие, значит, по небольшому подарку, который будут не лишним в вашей семье. На торжественном мероприятии отметили лучшего студента СВГУ-2020. Награду победителю вручил ректор СВГУ Роман Корсун. Победителю конкурса «Лучший студент СВГУ-2020» вручается Гуменник Татьяне. Победительница конкурса «Лучший студент СВГУ-2020» отметила, что ее выигрыш – заслуга многих людей. Всех своих наставников Татьяна поблагодарила за поддержку. Также девушка рассказала, что не только она заслуживает награду «Лучший студент СВГУ-2020» и разделила победу с напарницей. Все 5 лет Ксюша работает везде, и в лагере, это самый просто прекрасный воспитатель. И здесь это постановщик, хореограф, сценарист, все вместе. Поэтому, Ксюша, вместе с тобой, подержись за деревце. Мы вместе, лучшие студенты. Thank you.